Ульяновская область с поручением президента страны справляется на отлично. Уже сейчас в каждом учебном заведении региона функционирует школьный спортивный клуб. Например, в 15-й школе кружок для поддержания формы физического здоровья появился еще в 2015 году. Елена Тягущева уже 7 лет отвечает за успех спортивного объединения в учебном заведении. Она преподает волейбол и кибертанцы джаз-дэнс. Помимо этих направлений, ученики 15-й школы могут попробовать себя в футболе, настольном теннисе и баскетболе. И сразу же, отзанимаясь 2 месяца, мы уже были вторыми по Ленинскому району в волейболе 5-8 классы девушки. В прошлом году мы стали 3-й в Ленинском районе девушки. Парни у меня только участвовали. Не ждать, когда придет время, а прививать полезные привычки в раннем возрасте. Гораздо проще приучить ребенка делать зарядку, заниматься спортом, чем лечить хронические заболевания. Однако ученики и сами проявляют интерес к разным видам спорта. Ребята приходят не только за хорошей физической формой, но и общением с одноклассниками и победами в соревнованиях. То, что ты занимаешься в том же месте, где и учишься, это очень удобно. Также ты занимаешься спортом с друзьями, с которыми ты учишься в классе, в одной школе. Мне это очень нравится. В 15-й школе со спортом все очень хорошо. У нас в каждом классе есть местное самоуправление, которое организует разные спортивные мероприятия, разные дни здоровья. Задача спортивных клубов – сделать спорт массовым и доступным. В идеале объединение должно включать в себя все направления спортивной подготовки, чтобы каждый смог выбрать себе направление по душе. Большой ступенью в развитии школьного спорта в регионе стало создание школьной спортивной лиги. Это наш региональный проект, он реализуется с 2015 года. В нем присутствуют наиболее массовые виды спорта, такие как мини-футбол, баскетбол, волейбол. Также мы стараемся включать новые виды спорта, такие как шахматы, такие как гандбол, такие как легкая атлетика. И успешно реализуем уже несколько лет данный проект с большим количеством участников. Чтобы занятия физической культурой приносили удовольствие, в школах Ульяновской области ежегодно обновляют спортивный инвентарь по нацпроекту образования. В настоящее время 119 спортивных клубов оснащено новым оборудованием. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.